утра педагоги-родители встречают своих бывших воспитанников, которые обрели свою счастливую семью. Дружеская встреча наполнила сердца всех любовью, теплотой и нескрываемой радостью. Приходите к нам, мы вас очень любим. Мы рады вам помочь в любую минуту. Не оставайтесь с трудностями один на один. Мы всегда вам придем на помощь. Хорошего вам дня и хорошей вам счастливой жизни с нашими детками, с вашими родными детками. Встреча под названием «Очаг семейной теплоты» для приемных семей проходит впервые. За 8 лет работы программы школы усыновления более 80 детей обрели ту заветную и главную мечту – найти своих маму и папу. За последнее время прямо мы вот, у нас даже одна группа закрылась. Мы закрыли одну группу малышей, потому что стало детей мало. Да, было 3 группы малышей, да, стало, было 4, стало 3 группы. То есть это тоже показатель того, что да, детей уменьшается. И мы этому рады, потому что да, пускай у нас будет меньше работы, но зато дети будут в семье, будут получать полноценную материнскую и отцовскую любовь, заботу и внимание. Большому счастью, динамика роста количества усыновленных стремительно растет только вверх, а это говорит только об одном. Наше государство твердо и уверенно ведет курс на то, чтобы у каждого ребенка была семья, любовь, полноценное внимание. Согласно Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в нашем государстве ведется политика по защите материнства, семьи и детства. В соответствии с законом государственной поддержки граждан для таких семей, имеющих деточек, установлены определенные гарантии, которые дают материальную поддержку семьям. Дети – это счастье и цветы жизни для каждого родителя. В семье Белык радость случилась в прошлом году, в канун Дня защитника детей. В их семье появились две чудесные девочки – Лилия и Маша. Сестры учатся в первом и во втором классе и уже добиваются значительных успехов. Огромное спасибо детскому дому за такой подарок. Девочки очень воспитанные, очень добрые, ласковые, отзывчивые. И приняли нас с первой секунды. Мы очень переживали, как это будет, как пройдет вот этот момент сближения. Он случился сразу. Сразу они: мама, а вот вы придете, папа, и обнимашки, и целовашки, и все это было очень как-то естественно. Поэтому год пролетел незаметно. Во время праздничной программы дети радовались, пели, танцевали, демонстрировали свои таланты. Когда прозвучала песня «Снится сон», зал не сдержал слез. И с собой навсегда отсюда уйдет. Мы пойдем с ней по морю и цветом. В завершении встречи сладкие подарки от главы госадминистрации города Бендеры и от тех организаций и предприятий, которые не безучастны к судьбе воспитанников детского дома. Диана Федоренко, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.